Начало октября свой профессиональный праздник традиционно отмечают учителя и преподаватели. Учитель был, есть и будет одной из самых нужных и самых сложных профессий. Он не только дает знания по определенному предмету, но и помогает ребенку найти себя, формирует его характер и личность. Ульяновская область богата на талантливых педагогов. Один из таких – Светлана Витальевна Верник, учитель математики и информатики в гимназии номер 1. В этом году ее имя украшает областную доску почета. У преподавателя нет званий, медалей и побед в конкурсах. Но есть самая главная награда – это любовь и уважение ее учеников. Ведь им она отдала 45 лет своей жизни. Мне нравится мое дело, я бы даже всем бы детям хотела сказать. Выберите дело, которое вам нравится. И тогда любые трудности будут преодолимы. А свое будущее дело большинство ее учеников уже выбрало. Ребята из 11-го физико-математического класса с неподдельным интересом слушают учителя и с легкостью справляются с задачами и уравнениями. За любовь к точным наукам благодарят классного руководителя. Благодаря такому учителю учиться одно удовольствие, и понимаешь, и хорошо все идет, гладко, легко. Решенная задача приносит удовлетворение каждый раз. Да. Я считаю, что наш учитель дает математику просто эталонная. Я могу только пожелать, чтобы у каждого был такой учитель, как наша Светлана Витальевна. В этот день педагогам почет и уважение. Те, кому каждый день они отдают кусочек сердца, поздравляют и дарят цветы. Здоровья, терпения и хороших учеников. Учителям я хочу пожелать здоровья, чтобы они самосовершенствовались, больше познавали, потому что нужно постоянно учиться. Коллегам хочу пожелать здоровья, хорошего настроения не только в этот день, но и во все дни. Радости от того, что вы делаете. Удовлетворения. Ну и, разумеется, благодарных, добрых, красивых учеников. Коллектив информационного портала ulpravda.ru присоединяется к поздравлениям и желает всем учителям доброго здоровья, мира и благополучия. Дарья Сударева, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.